А вот на центральной площадке финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Russia представители Башкортостана бились за звание лучших в кондитерском и поварском деле, ресторанном сервисе и хлебопечении. В каждой компетенции от республики заявлено по 2 участника в основную команду и по 2 в юниорскую. Так, например, участникам соревнований по компетенции ресторанный сервис нужно было продемонстрировать навыки по работе с кофейными и алкогольными напитками, подача банкетных блюд и во многом другом. В соперниках у конкурсантов от Башкортостана представители еще 6 регионов. Наиболее сильные из Москвы, Московской и Тюменской областей. Вот за ходом выполнения задания наблюдают более опытные мастера. Девочки, которые представляют нашу республику на этом мероприятии, работают в прямой подаче и приготовлении блюд перед гостями. Это очень сложно, и даже немногие наши мастера сервиса могут себе позволить, вот так не боясь и открыто, отработать на публике. Очень серьезный экспертный состав. Каждая площадка, помимо того, что вот вы видите много людей, работающих как эксперты, обязательно возглавляют эксперта международного уровня и нашего российского. Ну, вот конкурсное задание по компетенции хлебопечения разделили на несколько модулей. Участникам нужно было приготовить плетеные слоеные изделия, бриоши, изделия с гастрономической начинкой, художественную композицию из различных видов теста с соблюдением лимита времени. Ну и напомню, финал 9-го национального чемпионата WorldSkills Russia стартовал в Уфе 25 августа и завершится уже завтра. Всего в соревнованиях принимает участие более 1800 молодых специалистов со всех регионов России по 105 компетенциям.